По меньшей мере 90 погибших. Таков предварительный итог землетрясения в Мексике. Службам экстренной помощи пришлось тяжелее всего в штате Охака. Там больше всего и жертв, и разрушений. Повреждены не только жилые дома, но и общественные здания. Землетрясение магнитудой 8,2 балла произошло около полуночи по местному времени в четверг у южного Тихоокеанского побережья страны. Эпицентр его находился на глубине нескольких десятков километров. Работа по спасению выживших и по поиску погибших началась сразу же. Основные силы спасателей находятся и в штатах Табаско и Чиапас. Они также тяжело пострадали наряду со штатом Оахака. Это беднейший регион страны. Именно по нему стихия ударила сильнее всего. Землетрясение стало самым мощным в новейшей истории Мексики.